или строение, или мотостроение. Баджадж. Так, ключ. Поворачиваем. Педаль тормоза. Нажимаем кнопку стартера. Запустился. А ну поснимай. Первая передача. Самая обыкновенная еда в придорожном кафе. Рис, мясо, бобы, треугольнички какие-то очень острые, и парадха, улыбочку. И мы сюда приехали на тук-туке, это уже, между прочим, 100 километров от Тринкамали. Сейчас я покажу потом этот тук-тук, как мы в него сядем. Еда, это капец, это острая, просто яд чистой воды. А вот наше тучище. Тучище Apple. Вот оно какое прекрасное. Вот мы какие загруженные. Короче, погнали дальше. Еще добавлен английский язык. Он сказал, а, хорошо, сработало. 1000 рупий. 1000 рупий он впаял штраф. Хотел больше, но без чека получилось. 7 долларов, да. Но без чека я сказал, бумаг не надо. Он говорит, а, тогда 1000 достаточно. Я говорю, отлично, договорились. В котором мы живем. Такие вот у нас ворота. Гараж под прекрасную машину. Кран, на котором можно мыть ноги. Такой вот вход. Заходим внутрь. Холл. Особенностью этого дома являются окна. Здесь вот они вот так прикольно открываются. Медные ручки, все дела. Опа! Нету окна. Нет. Идем дальше. Сейчас зверушки залазят поначалу. Да, здесь еще я сейчас покажу это. Вот это данная комната. Колонны греческие. Кухня. Идем дальше. Привет. Туалет, душ. Наша комната. Еще прикольно потолки. Идет крыша, комнаты абсолютно не закрыты. Сегодня ночью к нам пришел бурундук. Я так трогаю себя за спину. А там же какие-то маленькие лапки шевелятся. Ага. Поэтому мы накрыли кровать вот такой вот фигней. В общем, мне бурундуки не нравятся совершенно. Особенно, когда они ночью залазят. Меня научили, как завязывать саронг. Саронг это такая большая юбка. Она по кругу так вот идет. Она зашита. Без... Нету никаких у нее завязочек. Ничего, завязывается он вот так. Выбирается себе длина. Делается вот так вот запах, и эта штука вправляется вот сюда, вот, то есть вот так вот получается. Но это лучше вправить. Не, это не вправляется, как он сказал. Но это еще не все. Делается вот так. Мини-юбка. Так носят местные.
вот так. Вот так вот раз запах. Вот так вот он кверху идет. Потом вот так два. И этот кончик вставляется сюда. И вот так ходят местные. Да-да. Саронг, Шри-Ланка. Красавчик. Юбка. Ничего не нравится? А ты ну, я подвернуть до колен? Красиво иду, нормально все. Вот сейчас поедем кататься. Делай покороче. Вот так вот мы вывозим тук-тук, так как он у нас почему-то на задних передачах не едет. Такой себе самокат. Осторожно, там Дина сзади. В песок сейчас упадешь. Мы сейчас едем в кайтсерфинг-ланку. Кайтовый кемп. Все, снимай дорогу. Дорога здесь выглядит вот так. Мы едем на традиционно локальном транспорте тук-тук. В Саронге. Жесткая ассимиляция. Жесткая ассимиляция. Мы сейчас приехали в кайтсерфинг Ланка. Прикольное место для кайтинга. Такое очень простое. Снаружи вообще никакой инфраструктура есть, но такое все очень печальненькое. Здесь хорошо. Посмотрим еще что здесь с кайтингом, но пока мне все нравится. И вот я их всех переснимал. Мы зашли в кафе, сейчас будем пить местный чай. Чай. Сладкий, с молоком. Чай. Да, напишешь чай. Да. Это вот такое традиционное кафе. Мы будем пить вкусный чай. Нам принесли такие лепешки. Что там? Это не сладко. Это с бобами. Но тоже очень прикольно. И вот нам принесли этот чай. Бульбашка мед. Бульбашка мед. Похож на титарик на малайский. Вот вообще один в один. Территории деревни выглядит вот так. Весьма странно, весьма. Именно для катания на кайте. Поужинать в ресторан, который по всем картам называется Chinese ресторан. Непонятно, а здесь почему он называется Таяши. Похоже, что китайский. Но блюда здесь совершенно не китайские. То есть какие-то вот девилы, вот, например, каламары дриль. То есть, наверное, засверленные. Ну, кафешка выглядит на самом деле вот так. Мэри Крисмас, да. Ну, это традиционное кафе, которое можно встретить на Шри-Ланке, и еще очень неплохое. Но готовят здесь очень хорошую еду. Нам понравилось. Вот особенно, когда мы брали курицу дриль. Вот это было, наверное, самое лучшее блюдо. Ну, мы уже тут все перепробовали. Порции большие, недорого и вкусно.
Куда сейчас едем? Кататься. А так сзади, в принципе, по пасочкам непонятно. Вот сзади все завалено. Мы едем кататься. Маленькие магазинчики, куча тук-туков, ну ничего особенного здесь нету. Может, вот есть один супермаркет большой, продают фрукты, то есть все достаточно базовое. Что-что? Это шопинг улица Кальпити. Ну что, тебе здесь нравится? Очень, здесь так красиво. Ну, скажи. Вот мужчина едет на культиваторе, например. Судя по дыму, двухтактный. А вот для тех, кто хочет остановиться, вот Масия, отель. Умар Фэнси. Рыболовецкие корабли. Вот эти холеры, которые... Пойдемте. Мастерская по ремонту моторов Yamaha. Вообще, на удивление, очень чистая и прикольная мастерская, как для такого места.